Отец, почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Бакборд? Прости? Бакборд? Ой, лодка слева. Верно. Я готов к работе. Теперь топор в полнейшем порядке. А для сынка? Добыли чего? Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости? Похоже на водяное колесо, то есть подводное колесо. Ты что, засмеялся? Нет. Точно нет? Точно. Я не смеюсь. Да я знаю. Эй, вы! Вы уничтожили статую? Мы разрушили статую дух. Значит, моя связь с этим миром прервана, и я отправляюсь на поиски настоящего громовержца. Я отомщу ему. Благодарю вас. Вот храбрец. Отправился сражаться с Тором в одиночку. Он глупец. Что нам оставил дух? Дар одному из богов. Пригодится? Нет, гномом может быть.
Кирборд? Справа. Хорошо. Сын. Сын. Так, запишу это в дневник. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю. В Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите. Если это по пути... На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Шахты.
шахты Велунда за этими дверьми. Можно ведь и заглянуть мимоходом. Как считаете? Эй, Брок, мы кое-что нашли. Правда? Очень интересно. Тюр был бы в восторге от того, что из этих даров делают доспехи. Ты его знал? Каким он был? Уже не важно. Тюр умер. Не стоит копаться в прошлом. Гном умную вещь сказал. Надо же. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Обаяние, конечно, тоже защита. Но зачем испытывать свои? Да-да, всегда рад. А теперь валите в жопу. Прочесть можешь? Эти руны означают «внутри смерть». Сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Я лучше соберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить гномам. А. Гном, но без кольца. Один из работников? Следы огня на полу и на спине. Странно, но будем искать. Будем. В смысле, я буду. Душеед! Если он убьет нас, это конец! Ни Вальхалы, ни Хеля, вообще ничего, никогда! Он не нападает. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем.
Ugh.
не он. Эй, я думал, тебе плевать. Я просто вижу, что кольца на нем нет. А. Найдем друга Брока живым, да? Иди сюда. Новая карта.
Ого. Кольцо! На оторванной руке! Приделанный к душееду. Ну, мы узнали, что случилось с Сандвари. Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Лево! Уже можно идти!
Уходи! Неплохо, но нужно лучше. Какой-то. Разве можно убить каменное чудище? Будь силен, Атрей. Соберись. Ищи слабое место. Понял. Thank you.
Спасибо, отец. Посмотрим, это ли кольцо алхимика. Зеленый камень. Гномья надпись. Алхимик, но где остальное? Обратилась в прах. Его убил душеед. Надо отнести это Броку. Читай. Слушаюсь. Эти руны начертаны в торопях. Написано «И Гимстейни». Не знаю, что это. Синего спросим. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Щит!
Что вы нашли, твоего алхимика? Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой. Миони Фракси. Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться? Гномы так умеют? А то! Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Сечешь аллегорию? Что-то уже не так интересно. Другое дело. Ясно. Просто хотелось на меня полюбоваться. Давайте к делу. Чего? Так, и вот еще. Сюда. Хочешь здесь высадиться? Thank you.
один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Квейкья. Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Сын. Квейкья. Come on!
что это все. Вы, нам нужно поговорить. Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... я не знаю. А! Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Уже лучше. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — подняться на вершину. Да ну! Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Так можно заодно мир посмотреть. И помогать другим.
Узнаем, на что это обменять? Я готов к работе. Просто, блин. Ищешь чего, пацан?